Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу вам о том, как сделать тяжелую глинистую почву рыхлой и плодородной. Зачастую дачникам достаются земли не самые лучшие. На месте старых песчаных карьеров, либо земли сельхозназначения с низким баллом пашни, где сплошная глина и камни. Что же делать в этой ситуации? Как улучшить землю и получать хороший урожай на ней? Тяжелые глинистые почвы очень плотные по своему составу. Возделывать их крайне трудно, поэтому надо их улучшать. Что для этого можно использовать? В первую очередь это внесение органики и песка. Если у вас тяжелая почва глинистая, то нужно вносить ежегодно осенью под перекопку на квадратный метр площади порядка 2-10-литровых ведер перепревшего компоста или навоза и ведро песка. Все это нужно распределить равномерно по почве и перекопать. За один сезон такое внесение не даст большого эффекта, но если в течение нескольких лет выполнять данную процедуру, то почва заметно улучшится. Если же вы собрались высаживать сад на такой тяжелой глинистой почве, то не обязательно улучшать структуру всего участка. Можно подготовить посадочные ямы. Посадочные ямы должны быть большими, в диаметре около метра и в глубину 80 сантиметров. Примерные габариты ямы. Такая яма заполняется плодородной почвой, а вся глина выбрасывается с участка. Еще одним способом улучшения тяжелых почв является мульчирование. Летом часто бывают засухи, и почва пересыхает. Грядки тяжело полоть, ведь глина становится как камень. Что же делать в этой ситуации? В этой ситуации нужно мульчировать грядки. Для этого можно применять различного рода органические материалы. Это может быть солома, это может быть сено или подвяленная трава. Под слоем мульчи почва всегда остается мягкой и рыхлой. Это удобно, потому что не нужно поливать огород, и уменьшается количество прополок. Вот такими нехитрыми способами можно улучшить тяжелую глинистую почву. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!